тест очень серьезный, когда я пришел. Надо было правильно пройти. Меня обыскали, у меня ни одной бумажки нету. Только паспорт и удостоверение. Угу. На вопрос, а все-таки зачем ты пришел? Я говорю, я хочу сделать селфи с Владимиром Владимировичем. Угу. И вот за честность мою был пропущен, то есть через этот тест. Дальше зашел, там 30 человек вооруженных до зубов охранник. Угу. Я начал улыбаться, то есть, ну, нельзя было лицо делать напряженное, что я какой-то целью другой иду. Ну, понятно. Я пришел, да, все, поздоровался, спокойно себя вел. Потом решил долго не маячить, сел там в одну кабинку, спокойно сидел, ждал. Я пришел в 9 утра и ждал до 2 часов дня. То есть я знал, что он придет. Угу. Потом я выяснил у них внутренний e-mail, угу, в этом помещении. Угу. Нашел принтер. Говорю, принтер работает? Да. Отредактировал письмо на телефоне, угу, послал к ним на почту и вытащил из их принтера письмо. Угу. Чтобы не спалиться, я его сразу потихонечку согнул. Угу. Сюда нельзя, потому что, ну, помнешь, да, некрасиво. Ну да. Да, я запаковал еще в 2 листа, угу, и сделал вид, что я записываю данные, проценты на листе. А лучше всего спрятать это, носить открыто. Месте, да. Да, и я вот с ним, значит, несколько раз ходил и вычислил ключевых, значит, угу, сотрудников. С ними анекдотами поговорили там туда-сюда. Они видели, что у меня в руках бумага. Угу. И когда я спросил Путина, как вам материал передать, угу, он говорит, а что там? Я говорю, ну, Соборная социальная сеть России. Он говорит, это философское. Uh-huh. Я говорю, нет, это практика. Я вытаскиваю как фокусник из этих листов и отдаю его охраннику, понимаешь, да, красивый, непомятый лист бумаги. Они охренели. Но потом все, когда случилось, я ушел, но потом я вернулся и поблагодарил за службу. То есть мы остались друзьями со всей, да. СББ служба называется у них, служба безопасности президента. Ну да, есть. Самые крутые парни. Ну круто. Вам привет. А я видел, как тебя там охранник-то таскал. Да.